Степа, Степа, смотри, я взял яйцо, а там так, как ты и говорил. Что там такое, что? Кажется, там птенец внутри. Я же говорил, я говорил. Ничего себе. Тьфу ты, да иди ты, дурак какой-то. Эй, Пигги! Пигги! Спит еще, что ли? Пигги, просыпайся! Чего? Так как бы уже день на дворе, вставать пора. Ну и что, подумаешь, я еще поспать могу. У меня никаких срочных дел нету. Никаких срочных дел? А как же эксперименты? Какие еще эксперименты? Ну те самые, с яйцами. Стёпаными? Вот только не надо трогать мои яйца. Да нет, куриными. А никто и не трогает. Да, Стёпа, никто не трогает. Спокойно. Мы возьмем куриное яйцо. И что? Что ты с ним будешь делать? Да-да, что ты с ним будешь делать? Я возьму их пару штук и замочу в разных жидкостях. Посмотрим, что с ними будет. Ты чего? А если там птенцы будут? Да какие еще птенцы? Это же яйца из магазина. Приходит как-то Вовочка в школу, а школы нет. Только дворник заметает. А где школа? Что, уроков не будет? Школы нет, ураганом унесло. Ого, ничего себе! Так что, уроков не будет? Говорю же тебе, школу ураганом унесло. Так это получается, что не будет уроков? Да блин, сколько можно повторять? Школу снесло ураганом. Вот так бы всю жизнь слушал и слушал. Мы берем 6 стаканов и к ним прилагаются 6 яиц. И начнем мы, пожалуй, с уксуса. Наливаем в стакан и разбиваем туда яйцо. Возьмем палочку для суши и немного перемешаем, но только аккуратно, чтобы не задеть желток. А вот следующим возьмем ваниш. И повторяем процедуру. Наливаем в стакан и выбиваем яйцо. Заполняем ванишем и немного перемешиваем. Ну все, можно переходить к следующему яйцу. А вот следующий возьмем кока-колу. Мою любимую кока-коську. Да, Пигги, ее. А ты оставишь мне немножко? Ну, посмотрим. Посмотрим, что случится с яйцом в кока-коле. Выливаем шипучку, ждем, пока осядет пена, берем яйцо и аккуратненько его туда выбиваем. Шубовс! Отлично, осталось только немного перемешать. Фу, я такое бы пить не стала. А тебе никто бы и не дал. Степа, Степа, смотри, я взял яйцо, а там так, как ты и говорил. Что там такое, что? Кажется, там птенец внутри. Я же говорил, я говорил. Ничего себе. Вот это пранк, вот это пранк. Фу ты, да иди ты, дурак какой-то. В кока-коле местится ортофосфорная кислота, это мы уже знаем. Но вот в обычной газировке нету никаких кислот. Давайте посмотрим, что будет, если поместить яйцо в обычную газировку. А теперь перемешать не забудь. Ну конечно. Ого, смотри, прям буря в стакане. Да, красиво выглядит. А что там еще из жидкости осталось? Остался еще отбеливатель. С отбеливателем нужно быть очень осторожным, слишком едкое вещество. Ох, не позавидую я этому яйцу. Да и я ему тоже не завидую. Ну все, давай ждать. Нет, еще один стакан остался. И одно яйцо. И во что ты его поместишь? Помещу в обычный медицинский спирт. Вот и все. Пускай хорошенько промаринуется.
Как видим, в каждом стакане уже происходит реакция. О, круто! Давай смотреть! А давай лучше подождем еще сутки и посмотрим, что случится с яйцом в каждой из жидкостей. Ой, ну это долго! Так это для нас с тобой долго, а для остальных одна секунда. Пигги, просыпайся, просыпайся, уже следующий день. Чего? Как это чего? Пора смотреть результаты эксперимента. О, точно! Давай посмотрим, что там получилось. Встречаются как-то Илья Муромец и Алёша Попович. Алёша спрашивает: «Ты кто такой? Откуда будешь?» «Зовут меня Илья Муромец, потому что я из города Мурома». «А, приятно познакомиться. А я Алёша. А откуда, не скажу». Посмотрим, что же у нас получилось. Итак, первый стакан. Здесь уксус, а белок сделался белым, начал сворачиваться, хотя желток остался цел. Попробуем его пробить. Вот так вот. А следующий стакан – это яйцо и ваниш. О, твердая пенка. Под твердой пенкой тянучая пенка. Очень похоже на лизуна. Вот как оно все тянется. Желток также остался целохоньким. Фу, какая мерзость. Да, беги, неприятненько. Может, руками попробовать? Фу, не надо, не лезь. Ладно, не буду. Очень интересно себя показала Кока-Кола. Она отслоилась от остального яйца, а сверху немного коричневого налета. Желток остался целым. Белок немного свернулся в белую жижу. Но яйцо все так же мягенькое. А вот Кока-Кола сделалась кусками в осадке. Противно-то как. Пигги, ты бы выпила такое? Ты что, издеваешься? А вот это яйцо похоже на взрыв вулкана. Оно находилось в обычной газированной воде. Белок тоже свернулся в белую жижу, а желток остался невредим. И он твердоватый, намного тверже, чем в Кока-Коле. Даже такое ощущение, что он похож на вареный желток. Видите, не пробивается никак. О, вот он, развалился. Фу. Но самая жесть – это отбеливатель. Желток полностью разрушен. Он сделался твердым. Внизу коричневый осадок. Это по-настоящему отравленная среда. Да, в такой смеси никто не выживет. Хлорка – это очень опасно, поэтому будьте поосторожней. И, наконец, последнее яйцо находится в спирте. Мы видим белую кожуру, в которую превратился белок. А внизу осталось целохенькое яйцо, вернее желток. Давайте попробуем все перемешать. Как видим, они не смешиваются, потому что спирт легче, чем само яйцо. Отсюда и вот такая прослойка. Пигги, какой из коктейлей ты могла бы выпить? Ты что, издеваешься? Конечно, никакой. И я бы не стал такое пить. Но я знаю, где им место. И где же? Пошли, покажу. Нашел как-то Чебурашка бутылку в реке. И подумал, что она волшебная. И сидит ее, и трет, и трет, и трет. Уже 3 часа трет. И вдруг слышит голос. Не надоело еще? Ой, а кто это? Это Джим. Вытащи пробку, лопух. Народ, если вам понравилась эта серия, ставьте лайки. А также напишите, какие бы вы хотели провести эксперименты. Фу, какая мерзость! Мерзость мерзостью, но давайте посмотрим на победителей из прошлого выпуска. В прошлом выпуске я спросил, сколько спутников у планеты Марс и как их название? Вот ребята, которые написали правильные ответы. Фабос и Деймос. Они молодцы и стали на шаг ближе к выигрышу 3D-ручки. А если вы хотите участвовать в конкурсе и выиграть 3D-ручку для себя, ответьте на один простенький вопрос. Вы знаете, что акулы на нашей планете живут со времен динозавров.
А вот то, что они живут несколько сотен лет, знают не все. Ответьте на вопрос: сколько лет самой старой акуле? Ваши ответы пишите в комментариях и попадайте в следующий выпуск. Еще раз напоминаю, сколько лет самой старой акуле? Удачи!